Камчатка, Восточная Россия. Все мы знаем, что за путь проделывает лосось, когда у него начинается нерест. Никто не знает об этом лучше, чем жители Камчатки. Каждый год они устраивают танцы в честь возвращения рыбы, чтобы отпраздновать связь между жизнью, страстью и смертью. Это состязание на выносливость. Как и лосось, танцоры выкладываются на полную. Петр и Алина Нестеровы, камчатские коренные танцоры. Лосось идет на нерест, это выглядит как своеобразный танец. Когда я танцую, руками имитирую движение плавников. Лосось идет к своему месту рождения, чтобы, ну, как бы преодолевая себя с каждой преградой. Танцевальный марафон — это как целая жизнь. Пока последний человек просто не упадет от истощения. На прошлом Алхалае рекорд составил 16 часов 45 минут. Миграция лосося – это цикл жизни и смерти. Они метают икру, и после этого лосось, можно сказать, спокойно идет на покой, умирает.